9 победителей и 6 призеров определили на конкурсе детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни», который проходил в городском округе Щелково в рамках антинаркотического месячника. В конкурсе приняли участие 238 учащихся образовательных организаций и Щелковского колледжа от 7 до 17 лет. Ежегодно в сентябре в Подмосковье проходит антинаркотический месячник, направленный на профилактику наркомании среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни. В рамках месячника на территории округа проводятся различные профилактические мероприятия. Стала хорошей традицией в нашем городском округе – это проведение конкурса детского рисунка на тему «Мы за здоровый образ жизни». Оценивались работы компетентным жюри в следующих номинациях – оригинальные идеи, креативность и творческий подход. Очень интересные, действительно креативные работы. Их было колоссальное количество, то есть выбор был очень сложный для жюри. Хочу отметить хорошее качество работ. И хочется отметить то, что ребята действительно с энтузиазмом подошли к этой теме. Молодежь всегда скорее прислушается к сверстникам, нежели к нравоучениям взрослых. Главная цель конкурса – развить у подрастающего поколения творческие способности, сформировать у них ответственное отношение к собственному здоровью и замотивировать вести исключительно здоровый образ жизни. Больше всего меня радует, глядя на эти рисунки, что с детьми были вместе и рисовали родители. Участвовали в воспитании и формировании мировоззрения ребенка. Наверное, это самое главное. Победители конкурса будут награждены дипломами главы городского округа Щелково и ценными подарками. Авторы наиболее интересных работ поощрены грамотами за активное участие. Евгения Корысько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.